Мотор. Так, ну что, приветствую тебя, дорогой друг. На связи с тобой Олег Антонов. Что у нас сегодня? Долгожданный Танами. Ирком декор. Как я говорил Сашке, это мое детище. В свое время, да. Ну и вот спустя, образно, 7 лет, да, я таки добрался до него. Вот, и сегодня у нас... Как я назвал? Муаровый бархат. Муаровый бархат. То есть ты слышал, с моих уст срывались такие там выражения, как античный бархат, как муаровая ткань. Теперь сегодня у нас будет муаровый бархат. Да, ну это что? Это такой мармаринчик. Мармаринчик, то есть тут и шарики, тут и мраморная, так сказать, фракция, наверное, где-то от 40, может, до 70 микрон. Вот. Ну, белое серебро. То есть очень интересный материал. Могу, так сказать, рекомендовать. Что еще? И золотишко. Такое олимпийское золото или античное золото. Все, мы его смешали. Вот, и получили вот такой вот интересный цвет. Ну, назови его как, ну, наверное, как тональный крем. И ну и покажи ему то, что должно получиться у нас под фини, чтобы они понимали, там нет малярку, не понимает толщину. Вот такая вот декоративная панно рукотворная у нас сегодня. Ну такая шотландочка. Тут это все будет под. Все это делается вот под такую огромнейшую картину. Картина маслом, тут ее не видно. Да. Во всяком случае, очень красивая картина. Ради этого, так сказать, решили сделать такую окантовку. Ну, что здесь, то под этот, так. Ну, спальня, что здесь? Как ее называть? Даже как эту штуку мы обзываем? Ну, которую над кроватью мы называли. Надголовье. Надголовье. Вот это насчет тоже. В общем, вот такую картинку мы решили. Вернее, даже не мы решили, это заказчица, там была визуализация. Дошли до такого консенсуса. Не лепить никаких тяг, мы решили, так сказать, тяги делать. Вот, очень ручные такие. Ну или как назвать? Аппликацию сделать. Ну, вроде что там. Хотел, конечно, байку рассказать там про камешек марокканский, но не. Ну, может быть, в другой раз. Пока это будет, знаешь, как анонс. Интрига, там, так сказать, марокканский камень. Я его покажу? Да. Если уже заговорил. Вот такой интересный марокканский камень. Ну, идея в чем его? Ладно, уже, так сказать, проговорился. В общем, уже под самый финиш. Мы им... Ну, назови там бархатим, можешь назвать, рисую, ну, наверное, так, укладываем, уплотняем. В всяком случае, то, что мы делаем мастихином, когда мы материал положили, да, а потом его, вот как шелкография, как античный бархат, да, мы там делаем, ну, можно назвать там византичку, но я здесь упростил, я его там вжик-вжик. Вот. Он то есть первый слой мы сделали, потом он высох, вчера мы делали. Сегодня второй слой. На втором слое я уже его Саша ложит, а я его уже, так сказать, бархачу. То есть, так сказать, поднимаю вот этот ворсу, да, вот этот античный бархат. А почему назвал муаровая ткань? Можешь погуглить, что такое муаровая ткань? Тоже такой интересный фокус. То есть, а здесь кто тебя объединил, то есть муаровый бархат. Поэтому не переключайся, дорогой друг. Оставайся с нами, далее будем.